чашку, всегда захочешь еще одну. А на еще одну чаще всего не хватает времени. Капучино — это влюбленность. Сначала терпко, потом сладко и легко, а на поверку все та же жизнь. Но моменты, когда сладко и терпко, самые лучшие. Кстати, всегда можно просто съесть пенку и не пить. Но это мало кому приходит в голову. Видимо, дело все-таки сочетаний. Латте — это мечты, эспрессо, разбавленный молоком надежды и пенка. Помните? Та самая пенка, которая бывает в капучино. Любовь — это кофе, который приготовлен с утра. Свежемолотый, желательно вручную, с корицей, мускатным орехом и кардамоном. Кофе, рядом с которым нужно стоять, чтобы не убежал. Иначе безнадежно испортится вкус. О, искуситель мой, я мысли все теряю, когда игриво и кокетливо маня, пушистые ресницы поднимая, ты ласково посмотришь на меня. Я вечно буду помнить, милый друг, что не было моментов слаще и прекрасней, чем те, когда касался твоих рук, особенно в фарфоровых запястьях. Отвыкать нужно мне. Отвыкать, но на грезах любви все на свете забыв, да хоть кто-то из вас никогда не любим, не хотел ночью хоть чуть-чуть помечтать. И летит все, бурлит, и плевать на экзамен, все кипит, айболит потерялся, а взамен может музыка рифмы на мысль натолкнут. Отвыкать нужно, они тебя доведут. Но, а как тут отвыкнуть? Как отвыкнуть, скажите, запереть? Зачерстветь? Кто так сделал, кивните, лучше стало? И вмиг на атомы разложилась, улетучилась и пропала? Да вам это приснилось. Что заладила ты? Отвыкать, отвыкать. Да не каждый способен любить и мечтать. Лучше так. Лучше любоваться, хранить, чем закрыться, уйти, оттолкнуть и забыть. В моих мыслях мечты, где весь мир только наш. Замечательный день. Только ты, только я. На секунду представь, ты и я. Нам всегда. Так зачем же сегодня пришли? Лишний раз испытать удачу? Что вы знаете о любви? Вы умеете жить с отдачей? Не умею, ответил Джек. И порвал свой счастливый билет. И сегодня, клянусь вовек, я не стану ходить на балет. Поэтесса решила уйти. Подняла воротник на пальто. Завтра здесь, к 9. По прогнозам, будет тепло. Удачливый Джек шел по парку встречать одиноко рассвет. Напевая сонеты Петрарки, он сегодня не видел балет. Ни в театре здесь дело, ни в пьесе, и не в том, что он любит Парнас. Он сегодня был с поэтессой на свидании в первый раз.